Привет всем поклонникам виртуальной реальности. Вот, решил запилить обзорчик на Retouch 3D. Ну и поделиться своими впечатлениями. Вот она эта коробочка. Вот. Один глазок я вытащил. Он тут экспериментировал. Ну что хочу сказать. Свои впечатления полная фигня. Вот, имея маломальский какой-то опыт в самоделках, если кто не видел, вот моя самодельная штукенция, я тут тоже для экспериментов вытащил глазок. Вот, ну, достоинств я не знаю, мне не с чем сравнить, у меня других таких вот заводских не было. Вот, ну, подозреваю, что достоинства познаются в сравнении. Вот, значит так. О недостатках. В обзорах я смотрел, все хаят вот этот вот глянцевый пластик, который оставляет отпечатки. Но это, в принципе, как говорится, на скорость не влияет. Вот отпечатки отпечатками. Вот по поводу вот этой вот штуки. Вот. Прилипает оно, конечно, хорошо. Но смотрите, что получается. Этот телефон, конечно, не показывает 3D. Это простенький. Просто для примера я снимаю на свой телефон, поэтому... Не могу показать. Крепится он довольно-таки хорошо. Видите, не слетает. Но в процессе использования происходит вот такая вот штуковина. Вот такая вот штуковина. То есть он съезжает. Или же опускается в самый-самый низ. И картинка съезжает вниз. Вот. Это один, скажем так, один самый большой такой недостаток. То есть, в принципе, как я думаю, решать это все просто... Положить элементарно хотя бы какой-то карандаш сюда, чтобы оно не съезжало вниз. Вот. Второе, это, конечно же, линзы. Линзы пластиковые. И можно считать, что это, скажем так, заводская недоработка. Они не сфокусированы на экране. То есть изображение получается слегка так размыто. Приходится очень-очень сильно напрягать глаза. А это, в общем-то, сами понимаете, долго в этой штуке не просидишь. Вот. Лечить, я думаю, просто-напросто поменять линзы. Вот, я уже проверял, в принципе, получается довольно-таки неплохо. Вот. Ну и второе, это, смотрите, вот эта вот штука очень маленькая, вот, с рукой сравнить. То есть на лице оно сидит, мягко говоря, не очень. Вот, то есть получается, вот это вот упирается в лоб, а вот это вот в переносе. А вот это вот все висит в воздухе. Вот. То есть можно засунуть палец между лицом этой штукой. И, в общем-то, комфорта тоже, мягко говоря, вообще никакого. Лечится это все, в принципе, тоже просто. Добавлением более толстого поролона. Ну, это на скорую руку вырезано было. Вот, вот так вот оно более как-то удобно. И комфортно. Но вообще, в принципе, покупать такую штуку не рекомендую. У Retouch они уже, я так думаю, они уже поняли свои недоработки, свои недостатки, выпустили вторую версию Retouch 3D 2. Ну, там, по крайней мере, вот это решено. Вопрос с линзами. Ну, а проблема с креплением у них осталась по-прежнему такая же самая. То есть, я так считаю, что лучше потратить немножечко больше денег и купить такими зажимами есть. Вот. Ну, в общем, все. Вот. Может быть, если буду ее переделывать, покажу, как и что из этого получилось. Вот такая вот вещь. Еще более подробно хотел остановиться вот на линзах. На родных заводских линзах. Вот. И вот этот эффект, который достигнется путем замены линз, я сейчас продемонстрирую на снимке. Видите, кратность какая. Вот, и путем замены вот на такую. Сейчас. Получается практически весь экран. Даже ближе, фокусное расстояние.
Ты родные. Кратность у них не очень большая. В общем, все было бы хорошо, если бы они ушли фокусное расстояние между самой линзой и экраном. Можно было бы оставить. Потому что, в принципе, когда смотришь, то краев стенок, вот этих вот, они практически не попадают в поле зрения. Это достаточно более-менее сносно. Но если поставить линзу более мощную, то экран будет больше обзор, больше поле зрения и, скажем, более сильное погружение. Ну вот, о линзах. И хочу поделиться своими выводами. Для тех, кто хочет купить, и чтобы из коробки эта штука работала как следует, я считаю, что это не подойдет. Вот, потому что с завода оно должно идти сразу. Вот, открыл, включил и работает. Но в принципе, если приложить своих рук, немножко доработать, убрать недостатки, скорректировать линзы, то я думаю, эта штука может, в принципе, неплохо выполнять свои функции. Вот. Ну все, всем пока, надеюсь, вам понравилось.